Простите, у вас не будет лишнего билета? К сожалению, нет. Стыкайте. Что вы мне суете? Прошу вас покинуть перед театром. Может быть, я знаю, чего вы позволите мне посмотреть фильм? Вы должны ее потерять, спросите. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Для меня очень важно посмотреть этот фильм. Да? Но у вас нет билета. Я не могу пропустить вас в черном зале. Но я вас очень прошу. Вы в самом деле жаль, но вы нарушаете установленный порядок. Вы дважды пытаетесь меня обмануть. Нет, нет, всего один. Я не ошибался. У меня действительно был билет. Был. Я купил его на распродаже. Отстояв 3 часа в очереди, под холодным октябрьским ветром. Я забыл его дома. Или хуже того. Потерял. Надо было дотащить. А вы внимательно посмотрели, в какой он ходил. Сын зодиака. Снимите пульт. Я подержу. Никер. Вы нашли? Кейзи, так. За Альфлекс, за Кастербакер. Так уходите и будьте внимательнее к другой лице. Надпись «День и ночь». Потом мне было 3 года. Моя мать умерла. Отец бросил нас. Меня и мою сестру. Мы попали в разные детские дома. И с тех пор никогда не виделись. 11 лет прошло я в интернате. Все это время вспоминается мне как один тяжелый. Нет. Кошмарный. Тайна. Кошмарный сон. Который прерывался раз в неделю, когда нам показывали кино. День моего 12-летия я убрал из интерната, чтобы попасть на премьеру фильма «Трактористы». Но мне не повезло. Огромный милиционер поймал меня перед самым началом сеанса. Всю ночь я провел в доме со взрослым парнем. Мы были с ним один. Не забываем. Я отправил обратно. Мне желало жестокое наказание. Но я не жалела победы. Со мной был правильный парень, подпольный номер журнала «Синий фантом». И мне впервые прочел эту фамилию Фассбендер. И тогда я понял, что если чего-то и хочу в жизни, так это посмотреть фильм.
Главный человек по фамилии Бас Винтер. Вы задели с ним, рассказывал мои чувства. Человеческие. Речь идет не обо мне. И я должен, хотя и с сожалением, сказать вам. Нет. Об этом не может быть и речь. Вот если бы мне не так, и нет, что мне то, что было все равно, я бы не понимал. Он без дверь. А ты уйдешь? Я так хочу посмотреть этот фильм. Фассбендер. Это один из лучших фильмов Хеймера. Он снят в 1974 году. Я так много читала об этом фильме. Ну, Кастес, Нефтер, Марсия. Посмотришь этот фильм в другой раз? Его никогда не будет показывать. Его никогда не купит этот фильм. У тебя нет билета? Карта с присутствием Америки, который... Ты дважды пытался оживать меня. Это фильм. Судя по моему, ты применил силу. И вот теперь ты просишь меня. Прости, я не хотел починить тебе его. Но ты должен понять, как это важно для меня. Я не вижу. Ты хаос, эгоистичный. Твое желание эгоистично насквозь. Ты думаешь только о себе. И Андрей. Что тебе другие? Дубисты. Рай. Алис, ради своих удовольствий ты готов на все. Как тебя зовут? Меня Генри. Я. Упусти меня, пожалуйста. Зачем ты унижаешь себя, Генри? Ты лал. Ведь прекрасно понимаешь, что я не могу позволить это. Симпатичный. Что скрывать по симпатичному, но не симпатичному. Иначе я бы раздал бы тебе другую хулиган. Гири, гири. Но будь мудрецом, что я не уходи. Будь сильнее, Генри. Я здесь, за тут. Из-за чего ты так переживаешь? Очень любим кинотеатр фильмы на Хайнаке. Я смотрю все фильмы по Дайнаке, по 3, по 4 в день. Еще так любишь Кинхайт. У меня было благополучное фильм вкус. Морожки в дом. Кино стало наркотиком. Я не мог без него жить. Я бросил свою работу и устроился билетер, чтобы смотреть фильмы бесплатно. Нет, раздеми. А теперь ты ударил меня кулаком в лицо. Да, сосуд, зацаришь, когда мне раздеми, не позволь.
Was habe ich damit zu tun? Du bist ein echter Faschist. Echter Smolch. Der sagt auch mir. Ты жестоко унизил. И оскорбил меня. Я чего-то хотел. Посмотри, фильм. Я так просил тебя, дай мне это. Пусти меня, пожалуйста. Тебе ничего не стоило сделать это для меня. Я начал разговаривать с тобой. Думаю, добиться расположения. И попасть на фильм. Но ты просто морочил мне голову. Заранее знаю, что ты скажешь мне. За свои прихоти. Ты был ласков ко мне. Ты заманил меня, как бы дружеский разговор, чтобы потом сполна насладиться моим отчаянием и болью. Ты сам спровоцировал меня на удар. Эх ты, брата, садись. Ты преступник. Не вздали карту. Возьми свой билет. Also, du wolltest mich in meiner Betrachtung gehen. Aber du möchtest mich in der Betrachtung gehen. 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 Hunderte von Menschen, die ich genau mag, gehen neben mir vorbei. Und ich stehe vor die Tür. Сотни людей, как и я, любящих кино, проходят мимо, а я стою у входа. Als wir sprechen, когда мы с тобой говорим, я подумал, что мы заложим знакомство. Aber du hast mir geschlagen. А ты ударил меня жестоко. Таргером. Со злобой. Вдруг исказивший твое... А кто тут вниз, кто на дверь? Кто ты не смеешь под собой? Это просто чудовище. Я не знаю, как мне теперь поступить. С вами? Ну, прости меня. Ну, извини, милый. А пост vorgestellt, dass du bist mein Sohn. Думаешь, я вдруг подумал, что ты мой сын. Aber einfach gedacht. Просто я подумал, что ты мой сын. Sagen Sie das? Согласен, я не говорю. Я переборщил тут. Не говори так. Может, перекусим? Я что-то разнервничался. Я всегда хочу есть, когда волнуюсь. Ты сам заслужил свое одиночество. Какая женщина смогла бы жить с тобой? Женщины не верны. Но иногда мне кажется, что я мог бы подружиться с мужчиной. Мы поселились бы где-нибудь на берегу теплого моря.
ходили бы вместе в кино, разводили цветы. Это только мечты. Можно говорить о чем угодно. Слишком много жестокости. Жестокости и насилия. Еще ложь. Фильм, я думаю, уже подходит к концу. Осталось не более 10 минут. Может быть, ты хотя бы расскажешь мне, что это за фильм? Ты ведь наверняка его посмотрел. Нет, я никогда не видел фильма «Вайбера Верна». Каждый раз, что мне надо сделать это, точно незримые силы держат. Я тоже никогда не видел. Наверное, удивительно красивый фильм о проблеме. Удивительно красивый. Очень нежный. И холодный. Теперь мы сможем увидеть их. Мы займем наши места, мы сядем и будем ждать, когда погаснет свет и проекционный луч пойдет на экран. Мы сможем сделать это. Thank you.